Сборная Каспийска заняла первое общекомандное место на открытом первенстве Избербаша по тайскому боксу. Второй стала Махачкала, третью ступень заняли спортсмены из Избербаша. Дан Шугом расскажет, как все прошло. За небольшую спортивную карьеру каспийчанин Камиль Сулейманов в 2018 году стал обладателем Кубка Дагестана. Для покорения очередной вершины ему приходится немало трудиться. И в этот раз он остался в одном шаге от высшей ступени пьедестала почета весовой категории до 38 килограммов. Со мной вышел из Махачкалы. Мне тренер тоже помогал между раундами. Он мне тоже говорил, подсказывал, как бить правильно. Руками, ногами говорил бить. В клинч заходить тоже. Шаг назад, шаг вперед туда, сразу. Избербаш с Алим Хазбулатов призовые места занимает с завидным постоянством. На первенстве Дагестана подопечный Ахмеда Алиханова становился и вторым, и третьим. Тройку призеров замкнул он. И на этот раз весит до 48 килограммов. Соперник был с Каспийска. Пришлось постараться, приходилось подходить поближе, чтобы доставать руками, ногами, попадать локти, колени. По словам старшего тренера сборной Дагестана Ахмеда Алиханова, турнир среди юношей проходит 7-й раз. Собрал он, помимо избербашцев, спортсменов из Каикенского и Хасавюртовского районов, а также из городов Махачкалы и Каспийска. Всего же обладатели около 60 комплектов наград определили 265 участников. Хороший опыт набирают и молодые ребята. Это мы делаем именно для новичков, чтобы они набрали опыта на официальных уже на первенстве Дагестана и чемпионата Дагестана. Итоги. Первое общекомандное место заняла дружина из Каспийска. Второй стала Махачкала, а третий – хозяева турнира. Дан Шугом, Махарбек Амариев. Время новостей, Избербаш.